Жители Самарской области активно подают заявки на получение карты болельщика, наличие которой с июля 2022 года стало необходимым для посещения матчей российской премьер-лиги. За неделю с момента начала работы сервиса по оформлению карты на портале госуслуги от самарских поклонников футбола поступило более 1700 заявок. Об этом пишет телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Первый матч, на который можно будет попасть только по карте болельщика, состоится в Самаре 31 июля между футбольными клубами «Крылья Советов» и «Торпедо». Карта понадобится всем посетителям матчей, зрителям, спортсменам, персоналу, гостям и аккредитованным представителям СМИ. Самый простой способ получения карты болельщика – это заблаговременное заполнение заявления в личном кабинете на портале госуслуг. Пройти процедуру по подтверждению личности владельца карты болельщика можно во всех МФЦ. Администрация Красноглинского района рассказывает в своем телеграм-канале, как сэкономить на платном обучении в ВУЗе. Например, можно получить налоговый вычет. Его лимит на ребенка 50 тысяч рублей в год. Налог к возврату до 6,5 тысяч рублей. Максимальная сумма вычета при оплате за свое обучение 120 тысяч рублей в год. Экономия на НДФЛ до 15 600 рублей. Еще один способ – перевестись на бюджет. Если студент два семестра учился на хорошо и отлично, и есть свободные места. Можно поступить по целевой квоте. Студент за ранее договаривается с будущим работодателем и поступает на бесплатное обучение. В обмен выпускник вуза должен будет отработать в компании минимум 3 года. Можно использовать скидки от вуза, например, за баллы на ЕГЭ, результаты олимпиад при поступлении после колледжа или за рейтинг. Департамент транспорта Самары сообщает об ограничениях движения. 14 июля с 8 до 20 часов в связи с проведением молодежного форума «Иволга-2022» перекроют движение транспорта по дороге в поселке Прибрежный от улицы Набережной до железнодорожной станции 135 километр. Также в связи с проведением работ по переустройству системы водоотведения до полуночи 20 июля ограничат движение транспорта в районе дома номер 75 по улице Никитинской в Самаре.